компания, которая очень сильная, которая имеет очень большие финансовые перспективы. И это компания с огромными социальными проектами, которая несет добро всем людям мира. Надеюсь, что на следующий год, нет, в этом году в Америку, если наш Крым снимут санкции, поедет большая моя команда. Конференция потрясающая, столько много знаний, эмоций, впечатлений. Очень жалею, что не все мои дистрибьюторы сегодня доехали по разным причинам, но постараюсь донести до них эту атмосферу. Невероятные лица, невероятные люди. Очень интересно, очень классно. Здесь нужно обязательно быть каждому, кто настроен на успех, движение, прогресс и на те темпы роста, те темпы развития, которые диктует нам современное поколение. Хочу сказать как химик, что действительно огромнейшие результаты, которые провели, вернее, исследования, которые провела компания, потрясают, насколько это все четко, насколько серьезно проводится подготовка сырья, контроль, и продукция действительно класса люкс. Как будто попадаете в сказку. За то, что ты делаешь, за то, что ты работаешь, ты получаешь вдвойне, втройне, даже в 10 раз больше. Это круто. Всех приглашаю. Супер, Москва. Меня поражают арома масла все больше и больше своим качеством, своими возможностями, которые они несут человеку. И, конечно же, я планирую и дальше посещать подобные мероприятия, и еще и дальше углубляться в тему ароматерапии, знакомиться с аромамаслами и нести эти знания другим людям. Я по специальности врач, кандидат медицинских наук. Сегодня, заходя в отель, слышу шлейф. Он просто ведет к залу, где проходит конференция. Теряйте момент, включайтесь сразу, как только вы слышите об этой возможности, потому что бизнес стремительно развивается, и тот, кто раньше начинает, может воспользоваться всеми преимуществами. Просто добавить вкуса вашим привычным блюдам и преобразить ваш стол, что это просто что-то совершенно фантастическое, понимаете? Потому что те масла, которые мы добавляем в пищу, они фантастические, просто фантастические. Это здоровье, это натуральное все, это польза огромная. Это просто, быстро, вкусно и удобно. И всем рекомендую, друзья, пальчики оближешь. И такое смелое, четкое позиционирование себя как таких вот классных масел терапевтического качества, это, конечно, ну, можно сказать, подкупает, что ли, да? Это здорово, в этом хочется находиться, в этой энергии, в этом движении. Вот. Это очень важно. Второй день провожу дегустацию всего, что здесь предлагают попробовать. Нахожусь в полном восторге от меда и сгущенки с маслами. Вот. Дома тоже очень часто готовлю с маслами, особенно с лавандой. Я очень довольна тем, что есть новая продукция, которая дает прекрасные результаты по здоровью и помогает людям жить комфортно в этой жизни. Масса впечатлений, масса инсайтов. Хочется уже применять все эти знания, результаты конференции в жизни, идти вперед, передавать и развивать наше молодежное движение в отеле. У нас новые продукты, новые эфирные масла, очень высокого качества, и которые моментально помогают. И мы с этим делимся с нашими друзьями, с родственниками и активно работаем. Мы все нюхали, пробовали, учились. За эти 2 дня я решила освоить Казахстан.